Сейчас мы вас познакомим с двумя знаменитыми кубанскими механизаторами, о которых говорили на январском пленуме Центрального комитета партии. Это двоюродные братья Шкута из колхоза «Кубань» – Владимир и Виктор. Теперь братья будут обрабатывать не 95-96 гектаров, а 120. И каждый гектар получит по 22 тонны удобрений. Механизированное звено братьев Шкута все делает своими силами. Сейчас удобряется почва, потом они посеют и сами соберут урожай. В лаборатории семена проверяются на всхожесть. Много забот и много дум у Владимира и Виктора. В ознаменовании съезда партии они дали обещание собрать 80 тысяч пудов зерна кукурузы.